Добрый день, компания Уинза, наш новый сервис. Что будем сегодня делать? У нас тут с вами автомобиль H1, европеец, у человека на 80 км в час бьет при торможении педаль, что говорит о том, что диски повели. Все владельцы, ну, Grand Starex, H1 знают, что у нас маленький суппорт, большая масса, диски сильно разогреваются, и часто одна и та же беда встречается, это вот биение, ведет диски. Вот человек захотел проточить, и мы сегодня с вами это сделаем. Уже демонтировали диск тормозной, сами понимаете, что снимается он несложно. Соответственно, отправляемся с вами сейчас в наш токарный цех, где будем точить диск. Итак, мы в нашем токарном цехе находимся, собираемся на токарном станке заграничного производства точить тормозной диск. Так что, если вам будет нужна такая услуга, можете приезжать, если получится. Новый министр. Шучу, все сделаем, все будет отлично. Да, Евгений? Да. Вот, слышите? Это что у нас получается? Он идет, часть резец касается, часть... Да. Короче, диск восьмерки. Вот, где не работало, короче, видите, вот. Снимаем сейчас кромку, правильно? Да, лишнюю. Вот так вот, дорогие зрители, происходит инновационное открытие токарного станка Евгения. Итак, что у нас получается? Выставили резец. Да, ну, коснулись, добавили 20 соток. Снимаем 20 соток со стороны. Готовим. Вот она пошла полоска, да, вот эта белая? Да, сейчас встретимся, когда половину пройдем, и будет уже явно видно, какой результат. Итак, смотрите. Делаем новый, так сказать, диск клиента. Он тут присутствует, просил его не снимать. В общем, что вам хочу сказать. Нет предела совершенства, нужны на такие услуги, если вам будет интересно, готовы это выполнить. И только не суки пальцы, да, сюда собака не совала. Соответственно, что? Ждем вас там в гости. Сейчас я уже буду снимать видео, когда мы с вами проточим одну сторону, остановимся, будет видно плоскость. Как это делается, друзья? Итак, мы почти приблизились к завершению проточки одной стороны. Вторая делается аналогично, поэтому не будем обострять на этом внимание. Как и на установке, как и установку ее на автомобиль. Единственное, что когда остановимся сейчас, уже резец дойдет до конца, и мы запишем близости. Мне всем интересно, как выглядит поверхность после обработки. Итак, приступаем ко второй стороне. Вот видите, уже получится светлого металла. Для тех, кто задаст вопрос, делаем на более низких оборотах, теперь подача и вращение идет в другую сторону, нежели делали внешнюю. Соответственно, рисунок будет одинаковый. Так что продолжаем точить диски. Итак, мы сняли с вами диск. Вот он. И сейчас приступим к восстановлению его ровности. Обработаем его с помощью нашего токаря Евгения. Так, последний этап после того, как уже прошли стороны. Каждую сторону проверяем на биение. Ну, сниму уж одно. Вот видите, все мега четко. Поэтому подписывайтесь на наш канал, у кого есть вопросы, задавайте их, либо звоните нам, узнавайте больше о ремонте корейского автопрома. Всем удачи, пока. Итак, мы с вами закончили вот обрабатывать первый диск. Вот такой же он был.
Вот такой вот стал. И торец тоже обработали. Дальше останется только узнать, как это работает все, в плане того, что отзывы клиентов все-таки лучший показатель. Поэтому в скором времени, когда человек поездит, приедет к нам еще разок, он наш постоянный клиент, обязательно запишем, там минутный, он вам расскажет всю правду.